окраине деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пулю. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти, но не все. А где остальные? Кабинеты прямо во время переговоров с очередными иностранцами. Араби на него даже не посмотрел. Чисто. Они беднягу живьем сожрут. Накроем их, пока они его не спалили. Давай, Юрий. Сукина сын. Но твоя жена меня любит. Постойте. Чисто. На мосту еще двое. Надо их убрать. Подожди, пока проедет грузовик. Вали их! Сними их!
Собираюсь. На дороге еще один патруль. Сними их побыстрее. Иду. Иду. Прорываемся. Чисто. Чисто? Да здесь вообще ни души. Николай, фабрика — это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Лучше бери калаш. Значит, устроим им теплую встречу. Юрий, миномет на крыше твой. Готовы. Начинай обстрел! Клади по ним из миномета! Похоже на две единицы техники и отряд пехоты. Накрой их! Все цели в деревне считать врагами. Если кто-то шевелится... Закрывай из миномета! Продолжай стрелять! Думаю, хватит! Подвигаемся! Надо добраться до церкви. У нас...
нас мало времени.